Послушай, Никит, я тут подумала, а может быть нам вернуть Михаила Джековича на место управляющего? Мой отец возвращается из Милана и хочет остановиться здесь. Займитесь им лично. А может я? Мы с Андреем Николаевичем давно знакомы. Мне кажется, Михаил Джекович прав. Спасибо, я не подведу. Еще как подведу. Вот облажаюсь Дягилеву, никто меня управляющим не сделает. Боишься, что твою Софию за тебя уволят? Так, раздевайся и жди. И не забудь сказать, что это я тебя вызвал. Я могу все объяснить. Да уж, пожалуйста, объясните, как вам удалось угодить моему отцу? От него вся отель Европы плачет. То есть у вас никаких претензий? Нет, ну одна есть. Ну что ж вы такого человека из управляющих выгнали? Ну, так мы только сегодня обсуждали возможность возвращения Михаила Джековича на управленческий Олимп. Как-то это неожиданно.